Здорово, народ, меня зовут Кот, и сегодня мы снова будем отгадывать ютуберов по голосу. А сегодня я буду не один, мне будет помогать Мистик31! Всем здорово, ребятки! Ну ты, конечно, выбрал человека, который определенно тебе проиграет, потому что я очень мало кого знаю. А ты видел, кстати, что здесь есть второй этаж? О, второй этаж, ну-ка пошли посмотрим. О, тут посмотрим. Можно броню подпырить! Ха-ха, бесплатная броня! Раздача брони! Так же можно и делать? Индикатор и создатель... О, какой ты красивый, какой да, красивый. Да, конечно, я золотой мальчик, меня так мама всегда звала. Так, пошли, золотой мальчик, отгадывать ютуберов. Погнали. Так, о, погоди, соцсети, а там одноклассники есть? А, где одноклассники? Ой. Как мне их YouTube найти? Ютуб только Майнкрафт. Правила карты, что у нас? Не гуглить, не читерить, ты понял? Я думал, не ломать карту, ты уже все сломал. Я думал, там написано не гулять. Я думал, как не гулять? Я что, после этой карты не смогу гулять? Только читерить, ладно. Для одного человека. Мистик, все, пока. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Я пошел. Ничего не будет, поэтому погнали, погнали отгадывать. Все, угадай. Ой, как красиво, красиво. Майнкрафтера по голосу. Часть 2. Ой, я знаю этих пацанов. Смотри, Никита Бергман, братишка, и Раминский, мои братишки, я их знаю. А вот канал детектива я еще не знаю. Ну давайте, ладно, послушаем, что тут за звук. Среди любителей мистики. Я первый! Один! Я просто, видите, я шейдер отключаю, подожди, меня просто не видно было этих чувачков, было не видно. Но все, в копилочку плюс балл тебе. Это было не читерство, это находчивость. Так, ой. Так, ага, Морсак какой-то. Я, к сожалению, никого не знаю. А, нет, Манёшу знаю. Ой, Неошу я тоже знаю. Так, ну что, жмем. Привет. Ну это мужской голос. Это Манёша. Не-не-не. Да я шучу. Что, зайдя на него, игроки пропадали. Блин. Ага, мы сейчас тоже пропадем. Да, походу. А если мы нажмем неправильно, нас назад откинет? Или просто напишешь, что неправильно? Я думаю, что нас откинет назад. Поэтому это Дуднак. Я хотел правого выбрать. Вот этот. Теперь я. А кто там был? Правый, да? Правый? Да, правый. Ютуберы по мистике. Это по мне, что ли? Понятно все. Егор Льда, Зазит, Ратоля. Вообще неизвестные для меня ютуберы. Поэтому слушаем. Майнкрафт. Игра, которая занимает далеко не последнее место в моей памяти. Давай теперь я буду угадать по очереди, да? Мне кажется, по картинке это Егор Льда. Да блин! А знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что это Зазит. Хорош! О, это что, какой у нас счет? 2-1? Ой, стоп. По-моему, 2-1. Могут зрители написать в комментариях. Да, считайте. Я уже не помню. У нас с математикой все очень плохо, ребята. Я до трех лично цифры знаю. Русскую Майнкрафт крипипаста Вики. И нашел там одну интересную историю. Длинноногий. Страх. Опять какой-то это таинственный, таинственный. А ты, кстати, человек. Видел, что, смотри, Данкут и Дундак, Дуднак, у них из одних и тех же букв состоит ник, короче, просто перевернут немножко букву. А, нет, я балабол. А, нет, не балабол, стоп. Я не знаю, кто это. Опять. Блин, а он уже потише станет, нет? О, все, эфирное время занимает просто. Теперь первым ты, короче. Так, ну мне кажется, это либо Данкут, либо Дуднак. Здесь одно из двух, но это точно не Линч. Так, я только спампоинт перед этим поставлю. Спасибо за подсказку. Ты сейчас поставишь неправильный этот, и я выберу другого. И выиграю! А, это у нас не Дуднак. Хорошо. Я вообще никого не знаю. И сейчас мы отправимся на новый мистический мир Майнкрафт. Так, блин, ну не, это не Рамен. Клинок 890 или канал детектива. Значит, я тут первым выбираю, да? А ты первый. Я левый выбираю. Девочки Майнкрафта. Ой, все, так, тут нужно, а вдруг они нас будут смотреть, надо прихорошиться. У вас, друзья, с вами. Какой милый голос. С вами и все, алло. Привет. Кавиори, Виверна и Скрудж ТВ. Скрудж ТВ, это, по-моему, даже не девочка, это какой-то мальчик. Скрудж Макдак, я знаю девочка. Только. Ага. Так, ну, теперь я, да? Да. Пожалуйста, не подведи, да чёрт! А я знаешь, кого выберу? Я выберу Скрудж, мне кажется, это он. Бля, 4-2. Ладно, ты меня догоняешь, становится уже опасно немножко, интрига. Только привет, не забывай спампоинт ставить. Вы когда-нибудь хотели создать свой город, а может целую цивилизацию и провести ее от доисторических времен до большого красивого мегаполиса? Да. Красивый голос. Красивый, да. Красивый. Так, девочка, напиши мне. Если тебе старше 18, пиши. Так, теперь Эндичка, Леди Леска или Ники. Это Ники.
5-2. Нормально. Вот эта девочка, вот за нее обязательно зрители моего канала должны поставить лайк. Это вот Ансти, которая в прошлом The Neku Name, это вот просто богиня. О, The Neku Name я знаю, но ее по-новому не знаю. Руню тоже знаю. А вот Кэтрин не знаю. Кэтрин, я тоже не знаю. Так, ну погнали. Наливайте себе чай и приятного вам. А я их по голосу не знаю. Ни одну. А тут я просто одной из трех. Можно отметать Ируню и Ансти. Одной из трех. Как бы тут три варианта, да. Одной из трех. Ты прав. И получится Кэтрин. Опа! Хорош! Ладно, это у нас 5-3, да, получается? Было 5-2, это, наверное, 5-3 или 5-2, это все зрители напишут, я точно не считаю. Может быть, где-то будет подсказка висеть, вот сколько так. У нас уже счет. Ну, такой вот детский голос. Так, ну-ка еще раз. Всем привет, ребята, меня... Ой, блин, что-то это знакомый, мне кажется, голос какой-то. Не-н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 е. Это Фласка, это я знаю. Да-да-да-да-да. Вот, знакомлю тебя, Мистик, знакомься. Понятно. Так, хорошо, да. Руня, а Юни? Юни, по-моему, тоже где-то слышал, а Кавиори не слышал. Звучит как какой-то кавай. Давайте подослушаем. Привет, на связи я, и сегодня я управляю контрактом с помощью голоса. Я ж выбираю, да? Мистик, ты... Да-да-да, Мистик, ты чувствуешь себя старым? То, что ты не знаешь новых. Так, а ты... Ой, а ты что-то далеко от меня где-то. Ой, сейчас, я это, забыл спаунпоинт написать. Тогда мне нужно воспользоваться тайной командой. Юни выбрать, да и все. Так, хорошо, ладно, это у нас 5-4. Кто это у нас? Гриффер Шоу Майнкрафтер. Это вообще гиблая тема, я вообще никого не знаю. Так, Гардекс, Руда и Андрей ПЛ. Тоже, к сожалению, не знаю, но давай послушаем. И всем привет, ребятки, с вами я. Сегодня у нас рубрика «Что выберет игрок?». Сразу начинаем. А тут, я так понимаю, удаляют, да, то, что они говорят «после я», потому что там же ник должен быть, типа «с вами я». Логично, логично, логично. Я так тоже теперь буду зарывать каждую серию. Всем здорово, с вами я. Это ж я, по идее. Все правильно говорят. Так, ну ты выбирай, получается, да? Потому что я в прошлый раз первый играл и проиграл. Да, я под... Так, ну я думаю, что это... Блин, это точно не Андрей ПЛ. Мне кажется, это Руда, потому что, знаешь, такой вот голос, такой поставленный, и картинка такая красивая. Вот. Хорош! Ладно, логика. Логика здесь логику, может работать, оказывается, включил. Да. Так, 12 уровень, ладно. Привет. Наверняка спустя столь долгое время вы уже начали забывать про меня. Но Фанзик, вот кстати, я знаю. Здесь с новой очень знаешь? Историей. Да. Знаешь? А, ты просто Фанзи знаешь. Я думал, ты знаешь, кто уже это говорит. А, не. Блин. Но это не Фанзи? Блин, я не знаю. Да я не смотрю, я его знаю, но ролики все я не смотрю, типа, Майнкрафта. Поэтому я не знаю их голоса. Вот и проверим друга. Давай, давай, тыкай на Фанзи. Давай я на него и тыкну, короче. Брат, прости меня. Эрджи или Блогмен? Так, а ну-ка еще раз. Привет. Еще раз, еще раз. Спустя столь долгое время. А вот так вот, все. Блогмен. Ладно, ладно, все понятно. Так, 13 уровень. Домера знаю. Джейк и Клаус. Я тоже Домера знаю. Всех витаю. Итак, это я. Обычный игрок, у которого срок привилегии подошел к концу. Ни минат валюты, ни монет, ни вообще чего-либо. Кто это? Это кто-то. Я центрального выбрал. Ну, я забыл. Понял, центральный. Я просто рандомно. Вот так и назовем, центральный. Ну что ж, друзья, всем привет, и сегодня мы будем строить... Ой, стой, подожди, подожди, кажется, букву запалили. Я тоже приз как будто. Ну что ж, друзья, всем привет, это да, и сегодня да, мы будем да, строить... Да, 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 а может Фанди? Ёпта, ты прикинь. Ну, ты выбираешь, выбирай новый звук, а я потом выберу правильного, если ты неправильного выберешь. А, ну потом друга выбери, так, ты спампоинт поставь, а то сейчас умрешь от моего выбора. Давай, давай. Спампон. Так, ну это либо Фриз, либо Фанзи, точно. А может... Не, ну Зенни точно нет. Ладно, Фанзи! Идем дальше. Правильно было, мне понравилось. Всем привет! С вами, как всегда, я. Это новый видеоролик на сервере. В сегодняшнем видеоролике я соберу кит за 100 рублей, а также за 10 тысяч рублей. Вот. Почему-то мне кажется, я знаю. Ух ты, ничего себе. Мне кажется, что это как-то вот Домер, но не знаю. Я тоже думаю, почему-то, что это он. Так, ну ты тогда, ты теперь первый. А, да? Погнали. А я тебе хотел сказать, чтобы ты другого выбрал. А, блин, я опять забыл этот спаутпойнт. Знает, знает он. Так, ну ладно, я думаю, что это Биф тогда. О, правильно. О, только вот этого ноунейма по центру не знаю. Давай посмотрим. И всем привет, дорогие друзья. Опять ноунейм здесь, ё-моё. Я знал, да. Кто ты такой?
нормально. Так, а ну-ка, ну-ка, проверочка. И всем здорово, ребят, да. С вами сегодня я пришел к вам. Это не я, брат. Выбирай другого. Черт. Ну, по логике вещей должен быть Евгеха сейчас. Типа. Всем привет, ну, с да. вами построился. А сейчас а теперь террасер будет. Да, всем привет, ребят, с вами. Чисто, я могу даже не слушать, это ты мастер. YouTube Shorts Майнкрафтеры. А вот тут я уже вообще, у меня такое не понимать. О, я только Корби, кстати, знаю. Корби знаю. Выживаю целый день, используя только крафта из Майнкрафта. Это не Корби. Так, я лучше PowerPoint поставлю. Ой, точно. Давай, а это будет сырок? Нет, это не сырок. Тогда это будет Корби. О, блин! А ты говоришь, знаешь его. Вот такой вот друг. Не узнал. Все понятно. Не узнал. О, желтую корову знаю. Корова. И Дарти знаю. А вот Эйра не знаю. Да. Коротко о том, как мой друг снова затроллил меня на сервере в Майнкрафте. Ёпта, это вот... Мне почему-то кажется, это либо Дарти, либо желтая корова. А кто в прошлый раз первый выбирал? Я выбирал всё, первый. Тогда я выбираю сейчас. Блин, я сейчас их тыкну. Не угадаю, на меня обидится. Ладно, наверное, это Дарти. Ааа, сделал, так я знаю, конечно же. Стоп, а я где-то не там, погоди. Сырок, Корби... А, я, да, нужно ТПшница. Слышишь, это... Так, хорошо. Это и не желтая корова, и не Дарти. Это Эйр. Ну, бывает. За что я ненавижу Майнкрафт? Вы же знаете, что я строю свой город в Майнкрафте. Я, блин, всю душу в него вкладываю. Не, это точно не Динас, потому что, мне кажется, у него голос будет детский. Это Виз, мне кажется. Да? Жестко. Ну тут по-любому же либо Дарти, либо желтая корова должны быть. На моем сервере прошло глобальное обновление, а значит... Ё-моё! И не желтая корова опять же, что ли? Я тебя больше слушать не буду! Так, блин. Ой, да ой, мне даже кот уже подсказывает, что не надо тебя слушать. Ага. Мы играем, ну мы играем в рифму. Рифмы какие-то играют. Глеб, прикольная аватарка у Клея. А он пускай и будет! Все, прошли! Блин, а мы с тобой не знаем, кто выиграл. Ну, ребята, напишут в комментарии, значит, кто выиграл. А что тут написано? Потроляем, ты прошел карту, угадай по голосу, часть 2. Надеюсь, тебе эта карта понравилась, мне лично понравилась. Команда Химиджа Студио. Сделайте нам третью часть. Конечно! Конечно! Ты прошел карту, угадай Майнкрафтера по голосу, часть 2. А как выключить? Нет, я не то сделал! Оценка карта, ну, блин, я думаю, что здесь надо ставить все... Все 5... Нет, стой, 5 из 10 такое? А нет, почему тут 5 из 10? А тут 2 пятерки из 2 10. Наверное. Короче, все, 10, да. Спасибо за супер оценку. Да, все. Ну, я думаю, что можно прощаться, Мистик. Ага. Ты так-то вообще отлично всех знаешь. А ты что думал? Я старый мудрый человек. Вот, поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. Обязательно пишите положительные комментарии. Подписывайтесь на наши каналы. А с вами был я, Кот и Мистик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока-пока.